В лицее номер 14 города Каспийска состоялось мероприятие в честь празднования дня рождения Героя Российской Федерации, именем которого названо учебное заведение Нурмагомеда Гаджимагомедова. Открыли мероприятие воспитанницы лицея патриотическим танцем «Молитва сыну». На далекой чужой стороной, на твоей моей судьбой, мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой. Вскоре старшеклассники лицея номер 14 вынесли флаг России и Дагестана, а после чего прошло официальное открытие мероприятия под гимн Российской Федерации и нашей республики. Организаторы рассказали всем присутствующим биографию жизни героя и его последних минутах. Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович родился 29 сентября 1996 года в село Камир, Кулинский район. Российский военнослужащий, гвардии старший лейтенант, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового кавказского казачьего полка ВДВ России. Украсили мероприятие ансамбль скрипачей «Волшебные смычки» с композицией Мурада Кожлаева «Осиятый юноша» из балета «Горянка» на поэму Расула Гамзатова. Воспитанник детской школы искусств имени Сергея Агабабова Магомед Умалатов с песней «Моя Россия» и многие другие. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные, сердце я не предам, знаю я все. Отметим, что почетными гостями мероприятия стали участник специальной военной операции на Украине. Завершилось торжество минутой молчания в честь всех погибших солдат и возложением цветов к плите героя.